Братья и сестры, благословен наш Господь, благословено имя Его, слава Иисусу. Может быть, погода многим не дала сегодня прийти, кого-то испугала, у кого-то что-то случилось, но слава Богу, что Бог дал нам всем жизнь, что никто не умер, не ушел ни готовности, вечности. Может быть, не все здоровы, но все живы, слава за это Богу. И за эту погоду тоже благодарность Богу. Ничего плохого чрезмерно Бог не дает нам по одной только причине, что Он знает, что лучше для нас дать. И когда приходят трудности, когда приходят какие-то бедствия, они тоже просто так не приходят. Ты Бог мой, буду славить Тебя, Ты Бог мой, буду превозносить Тебя, псалмопевец восхвалял Бога. И вы знаете, в жизни псалмопевца Давида всегда не всегда было все гладко, не всегда все было хорошо, как он бы хотел. Так же и в нашей жизни не всегда происходит то, что мы хотим или как бы нам хотелось. Поэтому будем все принимать от руки Божией. И важно благодарить Его за все. Ты Бог мой, буду славить Тебя. Другое место хочу напомнить. Благ Господь к надеющимся на Него и к душе ищущей Его. Я очень часто это выражение или слова с Писания не полностью привожу для одной важной цели, чтобы мы не забывали, что наша надежда только на Бога. И вот эта тропа на этом песке, которую мы видим, только она поможет привести туда, к той цели, к которой мы идем. И она поможет тем, кто только надеется на Господа. Очень тяжело, братья и сестры, или, извиняюсь, очень легко один сантиметр сделать влево, и оно уведет тебя в конце совершенно в другую сторону. Поэтому путь христианина или путь Дитя Божие в Ездре 3 книги 7 главе мы читаем, он похож на одну стопу. С одной стороны огонь, а с другой глубокая пропасть и вода. И поэтому да поможет нам Господь идти твердо по этому пути и не свернуть ни налево, ни направо. 2 Коринфянам 5:3 говорит нам, когда мы облекаемся в Него, то есть в Иисуса Христа, тогда все смертное в нас поглощается жизнью. Это новый перевод говорит, мы помним, что в синодальном похоже написано, когда мы облекаемся в Иисуса Христа, то всякое, то, что мешает нам или не дает нам расти в жизнь вечную, оно поглощается жизнью в Иисусе Христе. Поэтому в жизнь, в Иисусе Христе, в нас, она умерщвляет то, что мешает нам двигаться в Боге. Да поможет нам Господь, да благословит. Мы будем начинать наше служение, вставая на наши ноги и петь псалом «Великие чудные дела Твои, Боже». Мы не будем уставать прославлять Бога такими похожими псалмами.
Слава Господу, братья и сестры! Мы знаем, что Он единый свят, но Он хочет, чтобы мы тоже были святы. Будьте святы, ибо Я свят. Такие слова звучат в Священном Писании. Я буду читать Слово Божье с 85-го псалтира, из 1 стиха. Тут говорится, что преклони, Господи, ухо Твое. Вы знаете что? Для того, чтобы Бог преклонил ухо и услышал нас, то первый раз мы должны слушать Его. Мы пришли в собрание, братья и сестры, для того, чтобы быть особенно, слово особенно внимательными к слышанному, для того, чтобы не отпасти. Значит, можно и отпасти. Мы слова высвечивались, чтобы облечься, братья и сестры. Но можно и совлечься, если не послухати Господа. Не облекнись, а наоборот. Не Господь да поможе, щоб ми внимательно були к тому слову Господню. Так читаю із 1 стиха, починає Псалом 85, молитва Давида. «Преклони, Господи, ухо Твоє, і услышь мене, ібо я беден і нищ. Сохрани душу мою, ібо я благоговею пред Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоє, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Ибо Ты, Господи, благ и милосерд и милостив ко всем призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою и внемли гласу моления моего». В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня. Не Господь допоможе, братья и сестры. Вот надежда, потому что Ты услышишь. Давид в другом месте говорит такие слова. Если бы я видел беззаконие мое, то Бог бы не услышал молитвы моей. И так будем, братья и сестры, стараться, стремиться слухать и исполнять. Хорошо слухати Слово, но приймати і ісполняти. Не слышать ли Слово будуть оправдані, братья і сестри, но ісполняючи волю, суть блаженні будуть в дійствуваннях своїх. Будемо стремитися, щоб ми були блаженні в дійствуваннях своїх. Най Бог благословить, сохранить, защитить і за всі милості, котрим досилі посилав, йому да буде слава во веки. Амінь. Приклонимося, поклонимося нашому Богу. Льється пісня о Тебе. Ты Господь, кто всех милей в судьбе моей. Век проходит, время мчится, сердце Божья благодать. Ну а песню, словно птицу, невозможно удержать. Ты с нами, Бог. Нашей веры истоп, Ты с нами, Бог, Ты с нами, Бог. Слава в сердце наша вера прорастет, как колосок, Ты с нами, Бог. Наполнят отовсюду голоса, пусть ее нам подпоют поля, леса. Это песня о спасении, о любви на всей земле, о великом искуплении, о Тебе и обо мне. Ты сами Бог, Ты сами Бог. Славим имя Христа, нашей веры исток, Ты с нами, Бог, Ты с нами, Бог. Слава в сердце наша вера прорастет, как колосок, Ты с нами, Бог. В сердце полной песни, ни в росинке и в слезе. Счастье, горе с нами вместе,
солнце и в грозе. Пойте реки, пойте горы, и равнины, и моря. Имя Господа и веру снова прославляю я. Ты с нами, Бог, ты с нами, Бог. Славим имя Христа, нашей веры сном. Ты с нами, Бог, ты с нами, Бог. Слава в сердце, наша вера прорастет, как колосок. Ты с нами, Бог, ты с нами, Бог. Славим имя Христа, нашей веры исток. Ты с нами, Бог, ты с нами, Бог. Слабо в сердце наша вера прорастет, как колосок. Ты с нами, Бог. Братья и сестры, слава Богу, что с нами наш Господь. Мы это поем, мы это исповедуем, и мы видим во всем нашего Бога. Если мы, конечно, внимательны, если мы, конечно, не живем в недовольстве, в негативе, эти люди ничего никогда не видят хорошего. Но если мы выходим утром, даже в такую как бы мокрую, холодную погоду, мы можем увидеть Бога. Слава Ему за это. И самое чудо Божье – это мы видим творение Божие, наших детей. И пусть эта вера, как колосок, прорастется в их сердцах, и мы их будем благословлять. Мы будем благословлять их неустанно, не уставая, не только в субботу на собрании, а дома, чтобы действительно они были истинными детьми Божьими, возрастающими в Боге. Аминь. Будем молиться. Слава, хвала, благодарение Тебе, Отец Небесный, за эти награды, за эти подарки, за прекрасных деток, внуков и правнуков, Господи, которых Ты даровал родителями. И мы вместе с родителями, отцами, матерями сердечно благодарим Тебя. И ныне, Господи, просим, со всей церковью благословение приносим на руках молитвы пред церковью, пред народом Твоим, и просим, чтобы Ты их благословил, этих деточек, как мальчиков, так и девочек, благослови, благослови их родителей, воспитание детей, отцов и матерей, надели премудростью, Словом, Духом Святым. Также, Господи, учителей, которые занимаются с ними, влагают труд в воспитании, Господь, Ты их благослови, Господь. Воздай милостью, что дару в очах Твоих, сохрани от всякой болезни, от всяких влечений, мира сего, Господи, и в школе благослови их, Господь, и в домах, при уходах и выходах, Господь, и в церкви народа Твоего. Будь Ты с ними, Господь, будь благословен и прославлен и в нас, и в детях наших, и внуках, и правнуках, ибо Ты достойный славы, единый, премудрый, добрый, любящий Бог, Отец, Сын, Дух Святый. Аминь. Четвертая и третья группа на занятия. Слова благословения пропоем. Субтитры сделал DimaTorzok.
Дорогие друзья, скажем, слава, честь и благодарность Господу Богу нашему, пред лице которого мы пришли сегодня. Мы видим то, что происходит на улице сегодня. Знаете, я вспоминаю откровение, написано, Господь, солнце будет жечь людей и будут хулить люди Творца. Можно занять две позиции, благодарить за то, что есть, и роптать. Всегда, на протяжении всей нашей жизни, моей и вашей, у нас есть выбор. Благодарить за то, что есть, или роптать. Знаете, когда мы ропщим, и наносит вред своей душе, я и вы. Но когда мы благодарим, у нас всегда появляется радость на душе. И написано, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Вы знаете, благочестивым быть нужно, прилагать усилия. Но чтобы довольным быть, я думаю, человек возрастает в этом, каждый вырастает. Какая атмосфера семьи, вот родители были довольны, и дети стараются как-то вот им подражать. Сегодня наши дети, вы знаете, наши внуки задают вопрос нам часто, почему, вот вы говорите, раньше Бог действовал, сегодня нет. Ну так, как раньше, как мы рассказываем. А наши отцы рассказывали нам не такое еще, правильно, что Господь больше действовал, чем вот мы видели, наше поколение. Друзья, все происходит не по воле Божьей. Все происходит от того, что мы в чем-то даем себе послабление, и постепенно мы ослабеваем, не вникая в Слово Господне и в себя. Я буду читать книга Судей, 6 глава, 11 стих, если можно, высвечивайте. «И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иасу, потомку Езерову. И сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадиамитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобою, муж сильный. Гедеон сказал ему, Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? Где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, и из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадиамитян». Вопрос правильный был? Правильный. Но он же видел и ответ. Гедеон, он же видел ответ. Ответ стоял рядом. Это идолы, которым служил Израиль. И дальше Господь говорит ему, как поступить. Возьми там, сделай это, сруби дерево там, возьми тельцо, принеси, разрушь жертвенник. Нужно было осознать и действовать. И смотрите, вот после всех, дальше я не буду считать, после всех действий, Господь вступился за Израиля? Вступился. Почему? Потому что Израиль взыскал Господа. И нечто сделал для того, чтобы приблизиться к Богу. Господь обратился к Израилю лицем. Я часто вспоминаю это место, вы знаете, 2 Паралимон 15.1. Написано, тогда на Азарию, сына Одеда, вас сошел Дух Господень. Дух Божий, и вышел навстречу Асе и сказал ему, послушайте меня, Аса, весь Иуда Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним. Если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас. Вот этот стих, мы когда смотрим историю Израиля, мы это видим. Народ оставлял Бога и уходил от Бога, тогда Господь, естественно, прекращал иметь дело с таким народом. Нам просто нужно каждому, сидя на это место, вы знаете, я говорю не для вас, я говорю для себя, и каждый вас праве принять, не праве принять, это дело каждого человека. Нам часто приходится бывать, может быть, в госпиталях, в аэропортах, в магазинах. И вот часто, сидя в аэропорту, мы видим, идет человек в униформе. Он идет в форме, и мы знаем, это летчик, это идет стюардесса. Попали в госпиталь, это медсестра, это врач. Друзья мои, когда мы попадаем где-то в Божью церковь, боящуюся Бога, мы видим, это церковь Божья. Когда мы попадаем, где люди чуть-чуть расслабились, мы тоже видим это все. И когда мы видим, когда мы находим в церкви, мы видим одно. Когда мы выходим на улицу, мы видим совсем другое. Вы знаете, вот это наша проблема христианства сегодняшних дней. Это наша проблема. Почему? Многие люди говорят сегодня, я очень коротко остановлюсь на этом вопросе, я не буду долго говорить, говорят, что Бог не смотрит на наружность. Друзья мои, вы знаете, есть место в Писании, может, оно не местно говорить, но написано в Писании. Когда народ шел из Египта, что сказал Господь в пустыне? Когда ты хочешь, иными словами, сказать, ходи в туалет, ты носи лопатку с собой.
и сходи и зарой это все. Если вы этого не сделаете, Господь говорит, я не буду среди вас. Так написано, братья? Написано, я не буду среди вас. Так извините, если Бог смотрит на то, что если человек в туалет пойдет, и Бог обращает внимание, как вы думаете, Он смотрит сегодня на меня и на тебя? В каком мы одеянии? Как-то брат Николай там высвечивал несколько лет назад, какое одеяние должно быть у меня и в тебя? Правильно? Мы видели. Друзья, мы очень хотим все, чтобы увидеть чудеса и знамения Божии. Но может ли Бог действовать так? Бог действовал бы с Израилем, если бы они не сделали лопаткой это дело. Нет, он отошел бы. А как вы думаете, Богу приятно смотреть, если Бог дал устав, и приятно смотреть на меня и на тебя? Мы должны подумать об этом. О моем, о твоем одеянии. Мы приходим пред лице великого Бога. Когда ты приходишь на работу, там есть своя униформа. Когда идешь в Walmart, там есть одежда, которой ты ходишь везде, друзья. Но когда приходит церковь, особенно нужно бодрствовать. Бодрствовать везде, но в церкви. Особенно Господь. Я вспоминаю часто, сегодня это меня не удивляет, когда пророк говорит с открытой головой и пророчествует. Это не удивляет. И потому что все пророчества почему сегодня не сбывается. Да, бывает так, вот нам надо нужда, поставим, ну, не сбывается. Бог смотрит на все. И это есть первая ступень наше приближение к Богу, моего и твоего. Как мы, в каком виде я и ты приходим пред лице Божие? Дальше. Когда мы читаем Иеремии 4.14, высветите, пожалуйста. Если я и ты сделали это первое, что мы привели себя в порядок, мы пришли пред лице Бога. Вот смотри дальше, что говорит Господь. Следующая ступенька. Вот как многоэтажку поднимаемся мы. С первой, вторая, и постепенно мы приближаемся к цели. «Смой злое сердце твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе, доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли». Вторая ступень. «Смой злое сердце твоего». Я когда-то читал, знаете, вот такие есть мысли наши, они нас атакуют на протяжении всей жизни, и они будут это делать, потому что наша жизнь – это борьба. Один человек сказал так, мы не вправе запретить птицам летать над нашей головой. Они летают, но мы вправе не дать свить гнездо на нашей голове, на моей и на твоей. И вот так, когда-то приходит какая-то мысль к нам, мы можем ее принять и дальше развивать план. План какой-то, знаете, он не угоден Богу. Но мы приняли. И вторая ситуация, мы отвергли эту мысль. Мы бодствуем. Написано, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Если я бодрствую, ты бодствуешь, мысль пришла, отвергли, и мы дальше рассуждаем о Господе. О том, как нам спастись. Вы знаете, часто люди сегодня говорят, как признаки Христа. Нам это не нужно знать. Оно может для себя, ну, нужно знать, но не особо не стоит за этим останавливаться. В каком положении, главный вопрос, я и ты, в каком положении застанет нас пришествие Христа? В каком положении? Только с того, что вот признаки Христа, Христос пришел, и я не готов, и ты. Вот это главное, в каком положении моя и твоя душа. Как мы стремимся к Богу. Смой злое сердце твоего. Это мысли. Когда мы действие, это же практическое действие, а это идет духовная война за мысль, за наш разум, за мой и за твой. И мы вправе отражать эти стрелы. Господь научил нас, когда сатана искушал Господа, помните, в пустыне, чем он отражал? Словом Божиим. Отойди от меня, сатана, ибо написано. Оно работало тогда, и оно сегодня работает. Просто мы не практикуем, может быть, другой вопрос, это знаете. Но оно работает. Однажды ангел Божий сказал одному человеку, мысли человеческие на небе звучат громче, чем слова на земле. Вот я что-то помыслил, какую-то греховную мысль, не сказал никому. А вот Бог уже это знает. А если я сказал еще это на вслух, то и вы знаете. Так что страшнее? То, что мысли. Если бы у меня не пришли мысли, если бы я стоял на страже, мысль пришла, и я раз отразил. Как вы думаете, Господь услышал бы это? Мысль. Он увидел, но увидел бы плюс. Был бы. Я отразил. А дальше я отразил, еще и вам сказал. Два греха сделал. И поэтому, друзья, мы должны идти постепенно.
Сразу никто не перепрыгнет, не получится. Представьте, если вы идете вот где-то там по эскалатору, и вы перепрыгиваете через 5 ступенек. Ну, раз, можно, человек поскользнулся там. Второй, третий, скажешь, что странности в человека. Прыгает, вот эскалатор идет, а он прыгает через 5 ступенек. Это ненормально. Постепенно человек. Когда идет медленно, но уверенно к Богу, Господь медленно, но верно приближается к человеку. Филиппийцам 4:8. Высветите, пожалуйста, Филиппийцам 4:8. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Мы видим действительно, друзья, если мы пошли по первой ступеньке, привели порядок себя, стараемся бодрствовать над мыслями, над сердцами нашими, написано, что только честно, что истинно, это все мы, вот, вы видите, там я здесь, что чисто, что любезно, только то помышляй, что служит славе Божией и спасению твоей, моей души. Вот это мы должны помышлять. И вот каждый из нас, я думаю, практиковал это, да, вот думаешь, Господи, помоги мне сегодняшний день думать, рассуждать о Слове Твоем. Вы знаете, так день пролетает, не успел опомнить, смотришь уже ланч, смотришь уже вечер. Но когда начинаешь думать о чем-то другом, вы знаете, время тянется в другой раз так долго. Потому что там с нами Бог. А в другой ситуации его не было там. Там дьявол помогает. Обычно или Бог, серединка не бывает. Долго человек не может вот так стоять между небом и землей, как говорят. Вы знаете, он куда-то прильнет. Почему Господь слышал Илью, Елисея, Авраама? Почему он слышал их, друзья? Ответ, помните, какой был? Какой ответ дал Илья? Господи, говорит, я сделал все по слову Твоему. Вот ответ. Он говорит, я сделал все по слову Твоему. Могу ли я сегодня сказать, или ты, каждый себе, ответьте себе. Мы можем это сказать сегодня? Господи, я сделал все по слову Твоему. Привел себя наружное одеяние, привел внутреннее. Наружное бывает, я беру общее положение вещей, друзья. Исключение бывает везде. Человек может одеться чуть ли уже в белом одеянии, длинном все, а там, смотрит, занимается не тем, что нужно. Я не говорю исключения, не беру. Они были, всегда есть и будут. Я беру общее положение вещей. Вот смотрите. Илья говорит, Господь, я сделал все по слову Твоему. Ответ поступил от Господа. Не спал огонь, пожрал все, жертву, и даже воду, написано, проглотил. Воду проглотил. Куда уже? Народ пал, сказал, поклонился Богу, сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог. Действие человека сначала должно быть, а потом Господь выходит навстречу. Иова 33:14. Пожалуйста, высветите. Иова 33:14. Бог говорит однажды, мне и тебе он может сказать это. И если того не заметят в другой раз, бывает такое в жизни нашей? Бывает. Бог тебе что-то вразумил, а ты думаешь, ну, забыл как-то, отставил, забыл все. Бог говорит еще раз, напоминает. Дальше. Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление. Спасти человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем, и жестокою болью во всех костях своих. И жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает так, что ее не видно, и показывается кости его, которых не было видно. И душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет, освободи его от могилы, я нашел умилостивление.
И еще один стих. Братья, вы бодствуйте наверху, когда сидите. Тогда тело его сделается свежее, нежели молодости. Он возвращается к дням юности своей. Когда Господь вразумляет меня и тебя, я думаю, каждому бывает нас, во сне вразумляет Господь. Знаете, у Бога много методов. Мы часто думаем, как человеку сказать, а это не нужно. Если помолишься, Бог человека вразумляет. Бывает, человеку говорят 100 раз, ничего не поможет. Бог раз скажет, и уже больше человека никто не переубедит. И вот Господь так являет милость ко мне и к тебе. Он каждого из нас ведет своими путями. У Бога есть общее положение, а есть каждый человек, он проводит индивидуально. Он знает, как человека провести, чтобы спасти душу, и он делает все, чтобы человека спасти. Принимаем ли мы это, друзья, это другой вопрос. Если мы бодствуем, мы видим эти действия. Написано, народ мой гибнет за недостаток ведения. Если мы невнимательны к действиям Божьим внутри нас, мы никогда не сможем двигаться вперед. Мы должны быть внимательны. Вы знаете, я когда-то, я в среду напоминал это, вот еще напомню. Я когда-то видел сон, часто он перед глазами моими. Я видел дерево, которое означало дьявола. И там оно очень высоко, не было видно конца, и там были миллионы людей, держались. Они были нить так за спины здесь связана у них, как у парашютиста вот здесь. И он, нитка такая, человек молится. Я слышал, люди очень все молились. Один помолился, чуть-чуть перестал, и вот дьявол отпустил на 2 метра, раз, назад притянул так к себе. Человек молился долго, он отдалялся, отдалялся, отдалялся от дьявола. Он уходил все дальше и дальше. И знаете, смотришь на человека, я это видел, все. Человек радуется так все. А я сейчас смотрю, он радуется, но там же нитка-то не разорвана в него. Вы понимаете, дьявол ее обратно. Это мы все прошли. Я думаю, все мы прошли это, да? Какая-то проблема появилась в тебе, в характере или в чем-то каким-то. Молись, Господи, помоги. Да элементарные нужды. Помолился 2 молитвы, все. Если ты помолился, друзья, дьявол очень больше всего боится нашей молитвы к Богу. Молитва – это есть разговор человека с Богом. И он боится молитвы. Когда мы молимся, он нас отпускает сразу. Нам становится легче. Я думаю, мы испытывали это. Нам легче, когда знать, Господи, помоги, пожалуйста, какие-то тяготы снялись, ты свободен, думаешь. Ты не свободен. Это первый признак того, что тебя услышал Господь. А дальше усиль молитву. Усиль молитву до тех пор, покуда ты не почувствуешь, что тебя Господь освободил. Я видел, как Бог освобождал, Он говорит, ты свободен. Слово и человека, и нить в это время раз и разорвалась. И человек отошел. Вы знаете, бывает, я как-то беседовал с одним братом, он говорит, а как почувствовать? А ты сделай такое сравнение. Вот тебе 100 килограмм мешок положат на плечи и неси его. И вот когда с тебя снимут, ты почувствуешь, как ты думаешь, или нет? Почувствуешь свободу, ты сразу вот так шел. Вот так, когда освобождает Господь, это признак, на душе станет легко тебе, свободно. Вот это признак того, что тебя освободил Господь. Дальше, если Господь тебя освободил, это не значит, что дьявол не будет тебя атаковать дальше, нападать на тебя. Он будет, но это очень большая разница. Когда я и ты, раб, как на ниточке, дьявол нас держит. Когда Бог перерезал эту нить, то я и ты свободны. Дьявол нам посылает мысль, но не навязчивую, понимаете, как раньше. Он просто, как между прочим, прислал мысль, ты ее отразил и все. Это проблема. И наша проблема – никогда не останавливаться. Услышал, что тебе легче стало. Первый признак – тебя услышал Господь. И дальше молись, молись, постись, покуда Господь не снимет тебя, не освободит. Это освобождение, оно наступает по мере моего и твоего приближения к Богу. Как искренне мы молимся. Богу не надо подбирать слова красивые. Ему надо слова, исходящие из твоего и с моего сердца. Открыто, честно. Скажи, Господи, вот я такой. Я не знаю, как поступить. Вот у меня это соблазняет. Пожалуйста, помоги мне, вразуми меня. Бог выходит навстречу всегда, друзья. Мы человеки можем не понять человека. Бог нас очень хорошо понимает, если мы подходим искренно Богу. Такие, как мы есть. В цирках играют артисты. Богу цирк не нужен. Богу нужна искренность, открытость, моя и твоя. И если мы это будем делать, Господь нам всегда поможет. Вы знаете, часто я для себя вот я сравниваю. Каждый человек может понять для себя. Вот магниты. Вам приходилось когда держать 2 больших магнита в руках?
Вот я когда-то работал в одной организации, там директор этого предприятия, он очень любил, знаете, магниты вот эти большие, поедет Кроурок на Ингок и привезет. И однажды я говорю: Алексеевич, можно мне взять один магнит? Ну вот такой квадратный, может, я еле поднял его. И так иду, но я не учел одной вещи. Там по эту сторону лежали такие огромные трубы, и все в магнитах, и по эту. И я попал до минуса. Вот несу, мне как кидануло, как силой, вы знаете, огромный. Я раз бросил, отскочил так. Первое глянул, провода электрические, нигде нету. Думаю, что такое? И я понял, я когда глянул, я тот магнит, когда они сцепились, плюс до плюса попал, я не мог оторвать. Вот Бог, это я как говорю, как бы я, как я понимаю. А вы можете принять, не принять. Это как плюс, нас притягивает. Сатана – это минус. Бог хочет, чтобы мы служили Богу и притягивает нас к себе, но сатана ставит преткновение. Вы попробуйте магниты, даже маленькие, плюс с минусом. Не получится, правильно? Оно отталкивает, вы не сможете соединить. Даже если вы соедините, вы чувствуете силу, которая разъединяет. Вот так, когда я и ты, мы согрешаем пред Богом, мы отдаляемся от Бога. Тогда впадаем в волю сатаны. И поэтому, друзья, написано, мы читали, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите. Непрестанно молитесь. Молиться мы должны всегда. Если ты знаешь что-то, вот человеку хочется выпить, простой вопрос. Магазин, и вот поворачивает машина, молись в это время. И благословляй Бога. Написано, и 4 старца, и 20, и 4 животных, и 24 старца пали пред сидящим на престоле и взывали. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Когда приходит искушение, я такое практикую, вы знаете, очень помогает. Когда ты призываешь, прославляешь Бога, сатана отходит, он боится этого. Ему неприятно это слышать. И вот тебя, ты проезжаешь мимо этой проблемы. Пусть Господь благословит, друзья, и поможет нам. Что проходя этот жизненный путь, а мы его проходим и я, и вы, чтобы Господь помиловал нас. Мы должны сказать: Господи, мы пришли таковы, как мы есть, но мы хотим быть лучше. Бог, когда видит желание, сказать, что я вот такой, как есть, этого мало. Ты скажи свое желание: Господи, я хочу быть лучше, но у меня не получается, пожалуйста, помоги мне. Мы не можем детям нашим отказать, когда они что-то разумное просят. Бог нам никогда не откажет. Пусть Господь поможет. Друзья, мы будем молиться, мы преклоним колени и будем взывать Богу, что Он помиловал нас, чтобы когда придет то время, когда Он явится, чтобы мы встретили Его не как грозного судью, но как милосердного Спасителя. Аминь. Дух Святой, прикоснись к нему. Дух Святой, прикоснись ко мне своим теплом. Дух Святой, озари мой разум своим лучом. Сердце Божьей добротой, дай напиться мне Твоей воды живой. Дух Святой, прикоснись ко мне своим теплом. Дух Святой, озари мой разум своим лучом, наполняй мое сердце Божьей добротой, дай напиться мне Твоей воды живой. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Дух Святой, изливай мир свою любовь. Дух Святой, открывай значение Твоих слов, поднимай нас на крыльях Божьих к небесам.
Слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава Тебе, слава Тебе, мой Бог. Тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава Тебе, слава Тебе, мой Бог. Слава Богу, братья и сестры, благословена каждая душа, которая пришла на это место, и благословен наш Бог, который всегда с нами. Я надеюсь, все мы пришли для очень важной цели. Если вы заметили, брат Толик три раза сказал очень сильную фразу. Думаем ли мы о том, может быть, я недословно передам, но сама фраза, в каком состоянии наша душа. Что происходит с моей душой? Мы же все понимаем, она вечна, правда? Мы же все понимаем, она куда-то пойдет. Мы же все понимаем, что она что-то переживает. И в нашей душе, даже сидя здесь, что-то происходит. Кто-то радуется, кто-то скорбит, кто-то печалится, а кто-то негодует. Задаем ли мы этот вопрос себе, почему со мной такое? Когда же это все кончится? И очень многие задают этот вопрос. Не знаю, как вы, но я на многие вещи подобные задаю вопросы. Господь, почему? Я думаю, и вы так же делаете. И мы ведем определенную брань, но вопрос, с кем мы воюем? Сегодня многие воюют. Во всем мире происходит война. Войны никогда по статистике не прекращались. Никогда. Если оно тут прекратилось, там где-то началось. Я хочу сегодня говорить о войне духовной. Не о войне, которую ведут люди плоть с плотью. Кто-то врагом стал человек какой-то. Страшно слышать в последнее время. Раньше люди как-то враждовали или воевали, или врагом считали соседа там по деревне, там, или по городу, или по работе кого-то. Сегодня можно услышать фразу «Мой враг – это жена», «Мой враг – это муж», «Мой враг – это дети». А дети говорят «Мой враг – это родители». Вы знаете, это страшные фразы. Я не знаю, как для вас, для меня они страшны. Для Бога, я думаю, тоже. Потому что Писание учит совершенно другому. И люди воюют. Воюют, что-то доказывают. Что такое война? Это кого-то победить, что-то забрать, что-то доказать, добиться какой-то цели. Но правильно ли это? Вопрос. Я обещал, что мы сегодня поговорим, как побеждать родовые проклятия, как побеждать грех, как побеждать врага вообще, как, что нужно для этого делать, правильно ли я вообще воюю, кто мой враг, вопрос, кто мой враг, мы должны на него найти ответ в Священном Писании. Хочу заранее сказать, что многие слова, которые я буду говорить, кому-то не понравятся, я это чувствую, может быть, нормально вы отреагируете, потому что все, чтобы отсюда кто-то не говорил, кому-то что-то не нравится. Кому-то не нравится, что вы завели эту тему по субботам вечером о проклятии, о родословии. Человек раздражается. Я вот слушаю иногда и думаю, почему раздражается человек? У меня два ответа. Или я неправильно, мы подняли эту тему, или второе, его касается, и он не хочет каяться.
Я себя ловил в этом состоянии. Со мной было одно время. Выходит человек, а я сижу, и мне кажется, вот он только под меня. Ему кто-то что-то доложил. И вот сатана так накручивал в моей голове. Ему кто-то что-то за меня доложил. И я сижу, у меня вот тут недовольство, неприятно. А когда я покаялся в этом и понял, то Бог стучится в мое сердце и говорит, ты неправильно, остановись, изменись. Кто со мной аминь может на это сказать? Так есть. Когда у тебя покой и мир, и слово тебя касается, оно приведет тебя к раскаянию. Печаль ради Господа что делает? Производит покаяние. А печаль мирская – смерть. А злоба и гнев – это смерть. Поэтому давайте вначале определимся, кто мой враг. В духовном мире я буду говорить о духовной сфере, приводя плотские примеры из Писания и вообще читая многие места, мы будем их преображать в духовный смысл. Как вы думаете, вот написано «враг душ человеческих», кто это? Дьявол. Он есть наш враг? Да, одного врага мы нашли. Грех может быть нашим врагом? Да. И третье, которое мы будем уже читать, помните, написано 1 Коринфянам, только просьба, старайтесь быстро, буду много мест приводить, высвечивать, чтобы люди читали. 1 Коринфянам 15:22. «Как в Адаме и до 26 стиха, как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христов и пришествие Его. А затем конец, когда Он, то есть Христос, придет, предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу». Я хочу пояснение, чтобы услышала молодопа. Упразднить – это что? Разрушить? Убрать? Победить? Или наоборот приобрести? Как вы думаете? Что? Уничтожить. Правильно. Уничтожить. Отменить. Читаем внимательно на этот стих. 24. «А затем конец, когда Он, то есть Христос, предаст царство Богу и Отцу, когда Христос уничтожит всякое начальство, всякую власть и силу». О каком начальстве, о какой власти, о какой силе идет речь? 25 стих. «Ибо Ему, то есть Христу, принадлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов». Он говорит о врагах. «Под ноги свои». И последнее. Последний же враг истребится – смерть. Так вопрос, смерть – это враг наш или нет? Получается, да. Помните в «Премудрости» в первой главе, когда мы эту книгу сейчас читаем по субботам, написано в 13 стихе «Бог не сотворил смерти и не радуется погибели человеком, живущим на земле». Но завистью дьявола что? Смерть вошла в жизнь. Враг дьявол, враг грех, враг смерть, враг дела дьявола, болезни и так далее. Это враги, но не люди, которые сегодня нас окружают. Вопрос на этом не заканчивается. И в этой же главе 15-1 Коринфяна, 55 стих, делается раскладка. Давайте мы ее прочитаем. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех. А сила греха – закон. Закон духовен, написано, свят и вечен. Закон есть Слово Бога, и имя Ему, Иисусу Христу, нашему Спасителю, Слово Божье. Не будем забывать об этом. И 57 стих. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, мы поем это место». «Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен пред Богом». 58 стих хочу перечитать с другого перевода. «Так, итак, мои дорогие братья, будьте тверды, непоколебимы, всегда наполняя труд Господа, настолько усердно, насколько вы только можете, зная, что будучи, на это обращаю внимание, в союзе с Господом ваши усилия не были напрасны». Мы часто думаем, говоря о нашем переводе,
это место, вот я тружусь, что-то делаю для Бога, труд наш не тщетен, мы этим поощряем. Это хорошо, это одна из сторон. Но обращая в еврейский перевод, он говорит, будучи в союзе с Господом, ваши усилия были не напрасны. Вот это важно. То важно, о чем я сказал, и вот это важно. Когда я и ты заключали завет с Богом, мы заключали хранить совесть и заключали побеждать врага, бороться с ним, наступать на него. Но многие не знают как. Я сам многие годы не знал это, как делать. Я сам многие годы вещи многие не понимал, и благодарю Бога, что Бог меня учит и говорит, и открывает все больше и больше. Поэтому мы заметили хотя бы три, о которых мы будем говорить. Это враг наш, дьявол, грех и смерть. Особенно о двух первых, дьявол, его дела и грех. Церковь сегодня, последнего времени, забыла, что любить праведность – это значит ненавидеть неправедность. Вот это надо нам не забывать, братья и сестры. И обрати внимание, я подчеркиваю, праведность, чтобы любить или жить в ней, нужно ненавидеть неправедность. У меня вопрос ко всем, как нам. С годами вот я наблюдаю, сам это думал раньше, что ненавидеть мы никого не должны. Мы так говорили даже, помните? И мы это знаем. Но я хочу сказать, имеет ли место слово «ненависть» в нашей жизни? Вопрос, к чему это другой? Имеет или нет? Да. Да. И еще раз «да». Мы можем ненавидеть, но вопрос, кого и чего? Давайте прочитаем Псалом 44, 7 стих. «Престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие». А помните, написано в Новом Завете, всякий грех есть что? Беззаконие. «Посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости боли соучастников твоих». Вот задается вопрос, Бог не действует. Вот там дары люди полетели, вот там исцеление люди побежали. А потом возвращаются, говорят, а ничего не получилось. Вроде бы я там был исцелен, а здесь я снова больной. Вы знаете, надо не забывать важное место 7 главы Матфея, где Христос сказал: «Господи, ему обращаются и задают вопрос, не твоим ли именем бесов изгоняли? Не твоим ли именем чудеса творили?» Он скажет: «Я никогда не знал вас». И в этой же главе, в 21 стихе стоит ответ, почему он так им ответит. «Не всякий, говорящий Господи, войдет в Царство Небесное, но что? Исполняющий волю Отца Моего Небесного войдет в Царство Небесное». То есть, братья и сестры, здесь то же самое в этой стихе в 44-м псалме. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, поэтому помазание на тебе пребывает, поэтому Бог, Отец, помазал тебя елеем радости более всех соучастников». Давайте это место примем себе. Почему я не радуюсь Господи? Почему помазания нету в Господе? Вопрос, ответ один. А что я люблю? Праведность или грех? Кто мой друг, а кто мой враг в духовном плане? На этот вопрос только ты, только честно, каждый брат и сестра можешь ответить. Притчи 8.13. «Страх Господен ненавидит зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу». Братья и сестры, так значит, мы ненавидеть можем что-то, правда? Мы можем открыть Библию, симфонию на онлайн, где хотите, и мы не найдем ни одного места, чтобы мы ненавидели человека. Но мы найдем, я взял только несколько мест, массу мест, где ненавидеть грех, ненавидеть дьявола, ненавидеть дела его, ненавидеть беззаконие, говорит нам Слово Божье, а имя ему, Богу нашему, Слово Божье. Помните, мы часто это место, я говорю, последнее время, начало мудрости, страх Господен. И разум верный у всех соблюдающих заповеди. Почему это и нет мудрости? Потому что страх потерян. Вот и весь ответ. Еще один псалом, 96, 10 стих. «Любящий Господа, ненавидьте зло,
Он хранит душу святых своих и руки из руки нечестивых избавляет их. Любящие Господа. Вот задай себе честно вопрос. Ты любящий Бога? Если да, ненавидь зло. Но не человека. Зло – это наш враг. Зло исходит от врага душ человеческих, дьявола. Нашим и твоим врагом сегодня является грех, дела дьявола, болезни определенные и ряд того, что не принадлежит нашему Богу, что пришло или приходит от преисподней. Но сегодня многие христиане, есть такое выражение, вот молодые поженились и говорят, у них розовые очки на глазах, да, вот есть такое выражение. Почему говорят? Потому что они так себя любят, они так в таком эйфории, как бы вот первых впечатлений ханимуна, и потом, когда они приземляются на землю, очки снимаются, когда муж голос повысил, жена голос повысила, и вот тут у них включается как бы здравомыслие какое-то, и они говорят, стоп, и заикаться начинают, а где любовь? Вот первый вопрос. Да любовь она тут. За любовь бороться надо. Пришло испытание. Пришло первое испытание, которое надо дальше любить, но не убегать от любви. Вот то же самое в духовном. Но сегодня лукавый преподнес и одел многим христианам так называемые розовые очки. И они приводят место. Помните, написано в Новом Завете. Христос говорит в 5 главе Матфея, мы это читали с вами и знаем наизусть. В древнем написано, ненавидьте кого? Врагов. Помните, да, такое выражение? А Христос говорит, а я говорю вам, любите врагов ваших. И кто вас преследует, молитесь за них. У нас написано, кто проклинает. Как понять? Многие на этом месте построили целое учение. Я шокирован был, хотя это слово нельзя говорить, извините, но вот удивлен чересчур был, что в недавнем времени я узнал, есть учение новое появилось. Спасать дьявола. Вы не слышали еще? Догматика, она появилась в этом мире среди христианского так называемого мира, молиться за дьявола, что Бог его спас. И я слышал даже одну молитву одного человека, или как бы читал ее, вернее, можно так сказать. На основании возлюби врага. Мы же должны врагов любить, учение этой догматики. Вроде бы хорошее, под видом ангела света. Мы должны врага любить, дьявол наш враг. Написано же, врагов благословляйте, молитесь за них. И хотя я знаю, что он меня очень сильно обижает, но я его благословляю, я его молюсь, 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 а он, проказник, все равно меня обижает. Оно вызывает улыбку, вызывает недопонимание, но люди в это верят и начинают так делать. Вы знаете, это абсурд, это безумие, я бы сказал. Мы должны любить врагов, которые нас гонят. И когда нас гнать будут за правду, помните, Петр пишет, то вы что? Блаженны. Да, со стороны людей, как враги, которые тебя за добрые дела гонят, они будут. Но не должны быть врагом твоим брат или сестра, сидящий рядом, или муж, или жена. Речь не идет, что жена или человек для меня должен быть врагом. Если я себе только так сделаю, то я попаду в ловушку лукавого, который это и пытается сделать, чтобы послать ненависть к человеку, как к творению Божию. А Бог это не хочет. Братья и сестры, это очень важно. Давайте мы прочитаем это место, потому что на этом месте многие путаются и не поймут, с каким врагом я должен воевать. Или как брату говорят одному, ты не должен воровать, ты почему воруешь? Начинают его ругать, он говорит, а что, я враг для тебя? Конечно, я не могу тебе руки давать, потому что... А он приводит пример. А написано, любите врагов. Вы понимаете, можно подтасовать и исказить так Священное Писание. Так мы не должны делать. Враг наш, дьявол, грех и болезни. И мы позже это услышим, почему, мы хотя уже услышали. Но прежде мы прочитаем, чтобы убедиться в этом,
о чем я сказал о Матфея 5 главе. 5 глава, 43 по 48 стих, давайте прочитаем. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего». Кого любить? Ближнего. «И ненавидь врага твоего». Вернись, пожалуйста, Дани, к этому месту. Скажите, пожалуйста, в этом стихе речь идет о живом человеке или о духовной борьбе? Вот визуально. Ближний – это может все, кто окружает меня. Ненавидеть врага – тут речь идет о человеке или нет? Вопрос ко всем. О человеке. Вот эту мысль не забудьте. Дальше. «Я говорю вам, любите врагов ваших», то есть человека, который тебя гонит. В другом переводе говорит: «гонящих вас», о чем Петр говорит: «их гнали, язычники гонят, на работе тебя ущемляют», это тоже вопрос гонений. «Не дают тебе субботу, не дают тебе заповеди, не дают тебе молиться, детей ущемляют в школе, гонят, чтобы не было Слова Божия». Вот за таких речь идет здесь, надо молиться. «Благословляйте проклинающих вас». Кто проклинает? Тот, кто гонит. Вот эти враги, люди. Но нигде вы здесь не увидите проклинать этих людей, которые стали для вас как врагом, которые вас гонят. Я хочу на это особо обратить внимание. «Благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на неправедных, на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? А если вы приветствуете только братья ваших, что особенного делаете? Так же, не так ли же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Тебя гонят, тебя проклинают, ты должен благословлять. Нигде не написано «проклинать», нигде не написано «делать ему зло», нигде не написано «тебе и мне, христианин, стать врагом для него». Да, он может для тебя быть кто-то врагом, но ты не должен для него быть врагом. Вот в чем разница учения Иисуса Христа. Но люди думают: когда у меня в жизни стал враг, я тоже ему враг. Он мне так, а я ему вот так. Он мне 20 слов, а ему 48. Христос так не делал и так не учит. Поэтому это зло. И враг появился, его употребляет враг душ человеческих. Ты не можешь на поводу идти за ним. Ты должен ему противостоять, молиться, благословлять. И обижает он тебя, благословляй его, прощай ему, о чем написано и далее. И поэтому, братья и сестры, ненавидеть неправедность, потому что это наш враг, грех, это осудить грех. Я хочу, чтобы мы последовательно двигались. Осудить грех значит разрушить его или, другими словами, проклясть. Это слово режет нас слух, но мы ближе будем к этому подходить. Разрушить дела дьявола в своей церкви, в своей семье, если это у тебя на работе, если это в твоей душе, не свой дух, не своих родных, не своего коллегу, не свои обстоятельства людей, которые, это не есть тебе враги. Обстоятельства, которые в этом заварилось, не человек для тебя враг, я пятый раз уже повторяю, но дела, которые делает этот человек. Мы имеем полное право это разрушить, потому что эта вражда идет не с людьми. Мы это все читаем место и знаем наизусть. «Ваша брань не против плоти и крови», помните, да? «Но против духов злобы поднебесных, хотя мы», 10 глава 2 Коринфа, «по плоти ходим, по плоти воинствуем, но оружие воинствования наши не плотские», и так далее. Давайте прочитаем Бытие, 3 глава, 15 стих. И тут ясно об этом говорится. «Вражду положу между тобой и между женою, между семенем твоим и между семенем ее». Оно, то есть это семя жены, то есть церкви, я наперед забегаю, будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Братья и сестры, мы видим, у Бога был план, что придет однажды Мессия, который спасет род человеческий, который отдаст себя в жертву. И вот он здесь говорит: положу вражду между тобой, это проклятие Бог производит на дьявола, который соблазнил Еву и Адама.
положу вражду между тобой, то есть дьяволом, и между женою, то есть церковью, то есть женою Христа, от семени Его произошла церковь. Слава за это Богу. И Он дает силу оградить свою церковь, чтобы эту вражду разрушить, дела дьявола разрушить. Не сотрудничать, не убегать от него, чтобы он постоянно тебя преследовал, а разрушить. Это был план Божий. А люди воюют с людьми. Вот это большая ошибка. И дьявол это знает, это обетование, это проклятие, которое на него совершено от Бога Отца. Он берет эту вражду, разворачивает от себя к людям и начинает травить людей между собой, чтобы они враждовали. Люди нет, чтобы остановить эту вражду, не враждовать, а разрушать дела дьявола, начинают воевать с людьми. И происходят трагедии и проблемы. Поэтому, братья и сестры, я еще раз подчеркиваю, возненавидеть грех, дьявола, его дела, мы имеем на это право. А ненавидеть людей нам Библия и Слово Божье запрещает. Что же в вопросе проклятия, я хочу значение прочитать этого слова. Это пожелание или действие к уничтожению или к разрушению чего-то или кого-то. Поэтому, когда слово проклятие произносил Бог Отец в адрес дьявола, он разрушал его дела, низверг его и сказал, ты будешь на чреве, помните это, не буду уже повторяться время, потому что мое бежит. Вопрос возникает, как же это все совместить с Новым Заветом? Что же говорит о проклятии Новый Завет? Потому что мы потихоньку будем подходить к наследственности, проклятие, которое может царить над моей семьей или над твоей, а кто-то в это верит, не верит. То есть вот к этому вопросу я потихоньку медленно двигаюсь. Поэтому Марка 11 глава 12 стих мы будем читать. Случай такой с Иисусом Христом. «На другой день, когда они шли из Вифании, он взалкал», то есть Иисус, «и увидел издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, и не найдет ли чего на ней». Но придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус, отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики его, поутру проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомнил Петр, говорит ему, Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохло. Давайте немножко на этом остановимся. Иисус, Творец всего, обращаю ваше внимание на 14 стих особенно, высветите его. «И сказал ей Иисус, отныне да». Слово «да» будет – это совершенная форма веры Бога Отца как Творца. То же самое Он дал нам право творить. «Да будет с тобой так и так, не пусть будет» – это разные вещи. И вот Христос, будучи великим, скажите вопрос, он мог бы сказать, кушать же хочется, голодный, он мог бы сказать, дерево, дай плода, дай яблоки. Как вы думаете, могло это произойти? Бог великий, он мог выжить все, правда? Но почему в этот случай, когда он голоден, в залкал написано, берет, проклинает это дерево и говорит, отныне плода на тебе не будет вовек. Я хочу, чтобы мы здесь увидели. Он не сказал, я тебя, дерево, там смоква проклинаю. Он так не сказал. Он сказал, да будет, да не будет. На тебе плода вовек. Это и есть слова разрушения. Это и есть слова проклятия. Когда муж или жена, или отец детям, или мать говорит, да будет твоей жизни, вот чтоб ты знала то или другое, оно будет. Или когда отец и мать говорит, да будешь ты благословен, да будешь ты святым, хотя он делает грехи или она. Скажите, и то совершится. Потому что Бог нам дал право творить. И в наших устах сила творения. Что мы творим? С кем мы воюем? Это вопрос лично каждый должен на себе ответить. И вот здесь он говорит, я хочу, чтобы мы увидели великий образ. Дерево, не приносящее плода. Отец мой что делает? Отсекает. В этом примере нам мы должны увидеть себя. Когда я в жизни своей не приношу слова благословения, отец может отсечь, а это проклятие.
И когда он не увидел плода, он ее проклял. Дерево никому не нужное, которое не приносит плод. Ее окучивают год, два, три, десять, а потом берут на дрова, спиливают. Вот так делает Отец. И мы должны это учесть, братья и сестры. Но на этом не заканчивает Христос, он говорит, 22 стих. Иисус, отвечая, говорит, имейте веру Божью. На иврите это звучит следующим образом. Примите власть Божью. Мы часто говорим, вот веры нету, приду, найду ли веру на земле. Вера – это есть принять власть Божью, обетование Божие. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись, вергнись в море и не усомнится в сердце своем, но поверит и сбудется по словам его, будет его, что не скажет. 24. Потому говорим вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Он дальше там говорит, когда стоите на молитве, прощайте, и Отец Небесный простит вам, помните. Это все, я хочу, чтобы мы совместили это дерево, не приносящее проклято, вот с этим, этой горою, которую часто мешают нам. Слова разрушения или слова проклятия, разрушение, проклятие это есть разрушение, чтобы мы вот знали значение этого слова. Или слова разрушения это и есть проклятие. А мы сегодня, очень многие, благословляем и смиряемся с грехом и с делами дьявола. Мы не смиряемся, когда брат какой-то это делает или сестра, но мы смиряемся, что в нас происходит. Я хочу, чтобы мы увидели себя лично. Смиряюсь ли я, задай себе честный вопрос, с грехом, а каждый знает, что в себе надо исправить. Смиряюсь ли я с тем, что меня ведет к проклятию, потому что всякий грех – это проклятие. Еще раз хочу обратить внимание на эти слова 21 стиха. «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус говорит, примите власть Божию или имейте веру Божью. Скажите этой горе, и вот как понять власть Божию, в чем же она заключается, в чем же это слова веры, имейте веру Божию и скажите горе. Многие люди думают буквально, приеду на горы, вот буду иметь веру, скажу гора, да нет, не об этом идет речь, это искушение будет. Гора символизирует это препятствие, это проблемы, которые тебе и мне мешают в жизни стать ближе к Богу. Разрушить их я не хочу, потому что люблю. Какой-то грех, я его лелею, я его кахаю, он мне нравится. Какая-то болезнь во мне, и люди гадают, от Бога ли она, от дьявола. Вы знаете, я заметил и себя ловил в этом. Если бы этого в моей жизни не было, я этих слов бы сейчас не сказал бы вам. Когда я болел сильно, вы знаете, такая мысль подкралась. О, сколько друзей, как тебя жалеют. Каждый интересуется, и ты смотришь, слушаешь, столько людей вокруг тебя не было. Все интересуются, какие твои анализы, как твое сердечко бьется. И вот если ты вот эту жалость, вот такую вот плотскую примешь близко к сердцу, да, но тебе и так плохо, и так сил нету, и так это тебя болячка мучает. Но если ты вот тут, можно пойматься. И вы знаете, вокруг тебя появляется масса людей, которые вместе с тобой болеют. И у нас получается один только разговор, как в той пословице. У кого что болит, тот что? Раньше и Сергей меня и не спрашивал, как мое здоровье. А сегодня у него болячка, у меня мы друзья. Раньше тот сестра или брат не обращали на меня. А сегодня жена меня больше. А как мне это хорошо? И мы с этим смиряемся. Вопрос, почему? Когда мне один брат по телефону мозги провеял, простите, так провеял и сказал, ты с чем смиряешься, брат? Я тогда его не понимал, а потом, когда стал это практиковать, я его понял. И спасибо Богу ему до сегодня говорю. Братья и сестры, мы с грехом и болезнями смиряться не должны. Если ты заболел и знаешь за что, кайся и все, и Бог тебя исцелит, так написано. И не мучай себя. Некоторые мучают, годами ходят, ну за что же я болею? Всех пророков обойдут. Зачем? У нас есть оружие разрушать болезни и дела дьявола. Если я повторяюсь, это за
что-то, я обязательно это почувствую. Обязательно Бог мне даст это почувствовать. Поверьте, Бог не обманет нас. Но если тебя совесть не судит, ты не знаешь, а по глупости вот, по глупости мы можем болеть? Да сколько хотите. Не оделся, сидел где не надо, лежал где не надо. И может, что питался от питания Макдональдса вот с этой картошкой свиной, которую там свиньи жарят. Ой, какая она вкусная, как братья некоторые говорят. И ряд других вот этих быстрых приготовлений мы вот туда употребляем, а потом у нас и там болит, там все забито. Скажите, какой грех? Да, грех обжорства. Надо в нем каяться? Да. Надо исповедоваться? Да. Надо разрушать его? Да. Надо изменить свой образ жизни? Да. Надо процесс питания изменить? Да. Кто это должен делать? Да не, мне классно, со мной рядом все болеют. Вот в эту проблему мы попадаем сами, братья и сестры. И поэтому мы сами превозносим себе приговор. Но Бог дал нам право разрушать это, как той смоковнице, которой Он сказал, да не будет тебя плода вовек. Почему мы боимся молиться этой молитвой? Почему мы боимся говорить грех или болезнь, или проклятие, которые пришли в мою жизнь, да будут они разрушены? Да будет разрушено влечение греховное в моей жизни. Да засохнет оно, да не принесет оно плода в мою жизнь. Жизнь моих детей. Да ты еще не видишь, что дети твои исправились, может быть. Но молись этой молитвой разрушающей, молитвой исповедующей, она работает. У меня заняло много времени, когда я не знаю сколько постоянно исповедовал, Господь, ты целитель мой, ты соткал мое сердце, ты его восстановишь. Моя ошибка была одна, я просил 50%. Не делайте это восстановление полностью. Почему, если оно работает, почему я это не могу просить у Бога в духовной жизни? Каждый искушается определенным грехом. Почему мы, становясь утром на молитву, не можем помолиться? Господь, да будут разрушены сегодняшний день. Все замыслы дьявола против моей жизни, против моей семьи, против моих детей. Да будет охрана и защита их в школе. Да будет охрана и защита на работе, везде. Да засохнет это греховное влечение. Тебя грех манит, разрушь его. Другими словами, прокляни. Многие боятся этого слова. Проклинать людей надо бояться, но грех разрушать не надо бояться. Боишься сказать проклясть, скажи разрушаю. Да будет разрушено. У меня вопрос, все, что я перечислил выше. Если вы будете это с верой делать, вот эта гора, Бог сказал, имейте веру Божию, вот эта гора, она мешает тебе двигаться в Боге. Ты любишь этот грех. Если ты любишь этот грех, это не враг для тебя грех, это друг твой, ты с ним дружишь. Если 2% любви у тебя есть к какому-то греху, который тебя периодически мучает, ты не остановишься, его будешь делать. И если ты не поймешь, что от него надо отречься и возненавидеть, иначе он тебя убьет и приведет тебя к проклятию. Аминь. Так, братья и сестры, как бы это ни было, Писание нам четко об этом говорит. Во имя Иисуса Христа мы можем это разрушать. Еще пару минут, и мы сделаем маленький перерыв и проповедим. Наверное, нет, сегодня на нее не успеем. Я докончу часть этой проповеди сегодня, и потом мы будем молиться. Вы знаете, на что открыло на эти глаза, на какое Слово Божие открыло мне глаза на вот эту тему, или о чем я сегодня говорю? Вот мы говорим грех проклятия, мы говорим, что смерть слышали проклятие, мы слышали о том, хотя все мы умрем, рано или поздно всем определен, это не о том говорится, мы рано или поздно все уйдем, и наша душа будет вечно где-то жить. Но мы должны понимать, что вот за этот период времени мы созданы на эту землю, или в нашей душе, или Бог возрождает нас в духе, как во Христе все умирают, как в Адаме все умирают, так во Христе живут, мы должны в своей жизни, в своей душе разрушить все дела дьявола и жить для Бога. Не смиряться ни с каким маленьким грехом. Чем больше ты с ним дружишь, заигрываешь, любишь, он тебя будет больше погублять. Возненавидь его. Во имя Иисуса, Господь, дай мне ненависть к этому греху.
Ты понимаешь, ты не можешь от него отказаться. Это наследственность, может быть, тянется. Это очень сильно работает. Когда наследственность тянется, человек кается и снова плачет, закрывается в комнате, не может оставить. Разрушай его. Да, займет это время, но вера у тебя будет укрепляться. Исповеданием разрушай, это очень важно. Я хочу подметить, что исповедание должно быть правильно. Сегодня харизматическое учение учит так. Исповедание победы. Стал у зеркала и должен смотреть на него и говорить: я победитель, у меня на работе все классно, я сегодня всех там одолею, все бесы разбегутся вокруг меня. Когда этот брат приходит на работу, все бесы на него ополчились, и он не поймет, почему я же исповедовал вроде. Друзья, это не исповедание, это знаете, как называется? Уже как-то Дима об этом говорил. Кто помнит? Автотренинг. Так тренируют людей. Становясь у зеркала, и люди тренируются определенным вещам. Но Писание так не говорит. Писание говорит: исповедуй что? Слово Божье. Говори, что сказал Бог. Повторяй за Богом. Иисус, когда боролся с дьяволом, что Он исповедовал? Слово Божье. И дьявол убегал. Дьявол ничего не мог сделать. Поэтому исповедание работает. И поэтому благословение и проклятие, оно тоже работает. И вопрос, в какой ситуации я себя нахожу, должен ты разобраться, брат и сестра, за тебя. Это никто не сделает. Давайте прочитаем очень еще важное место. Псалом 108, 17 стих. 108, 17 стих. «Возлюбил проклятие он». И что? «Оно придет на него». Не восхотел благословения, оно и удалится от него. Вы скажете, как можно проклятие возлюбить? Скажите, а грех обидения можно любить? Можно. А почему люди любят? Кто-то ворует, тоже любит. Пока ты делаешь, ты любишь. Запомни это, молодой, старый, сколько бы тебе лет не было. Любой грех, который я делаю в жизни, значит, я его люблю. А тут говорится о беззаконнике, о нечестивом. Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Значит, надо возненавидеть грех и всякое проклятие. Не восхотел благословения, оно удалится от него. Давайте об этом немножко поговорим. Мне больно смотреть, когда сегодня кто-то пренебрегает церковью, благословением церкви. Церковь, да, в церкви могут быть разные люди, праведные, нечестивые. И мы в своей голове уже можем построить, тот вот боится Бога, а та вообще не боится. У кого-то так это строится, шахматная доска, у кого по-разному. Но на что обращаю внимание? Церковь, она Христова. И если в ней будет 50% неправильных людей, какая-то часть все равно будет правильных. Правда? Так написано. Но ее же не образовал Гонтюк, дядя Вася или какой-то пастор. Ее образовал Христос. Она не наша, она Христова. Она невеста и жена Бога, так написано. И вот представьте семью. Отец берет детей утром, благословляет, поцеловал их, благословил. Это хорошее дело, как вы думаете? Хорошее. Мать только это хочет делать. Нет, не подходи, мать. Отец говорит своей жене. Дети смотрят, ничего не могут понять. Что с папой? Почему папа так себя ведет? Скажите, это нормально, от вас я хочу услышать или нет? Нет. А почему это в церкви считается нормальным? Бог в Писании говорит: всех благословляйте, даже врагов. А я не позволю, чтобы меня благословила церковь. Такое впечатление, что грехи Гонтюка или дяди Васи перейдут на вас. Это смешной абсурд. Так нигде не написано. Я хочу, чтобы вы развеяли эти мысли, если в ком-то они живут. Друзья, мы должны обратить внимание. Возлюбил проклятие, оно придет к тебе. Не восхотел благословения, оно удалится от тебя. Четко, черно по белому написано. Брат говорит: я хочу тебя, Николай, благословить. Не, не надо. Вот это место для меня. Удалится от тебя. А вдруг ангел через него тебя хочет благословить, Николай? Подумайте об этом, друзья. Когда мы делаем в своей голове разницу, вот этот мой или святой, а вон тот не святой, мы очень глубоко можем ошибаться.
Так делали фарисеи, когда омывала эта грешная женщина ноги Иисусу Христу, она была оправдана больше, чем все, которые думали, что они святые. Вот как может быть. Я сам себя ловил в жизни в этом вопросе. Поэтому да поможет нам Господь. И поэтому, друзья, еще одно хочу в заключение подметить. Сегодня грех не снаружи разрушает церковь, а изнутри. Вы скажете, как? Как я уже сказал, многие начали смиряться с грехом в своей жизни. Я хочу подчеркнуть, чтобы мы начали в себя смотреть. В любой церкви, в любой семье есть послушные дети, есть непослушные. Есть, которые с одного слова, с полуслова отца понимают, идут и делают. Но есть такие, которые пока ремня не дашь и ухо не покрутишь, не понимают. Особенно в больших семьях. Это везде так было, есть и будет. Так же и в церкви. Есть одни понимают слово, и тут идут, каются, исправляются, ненавидят грех и идут за Богом. А есть, как бы ты ни говорил, бить ремня же не будешь никому. Это делает Бог уже взрослым людям. И как бы ты ни говорил, какую бы ты проповедь ни разжевал в сердце этого человека о чистоте жизни, он тебя не слышит. Он может сидеть, играться, он может дружить с этим миром, он может любить грех определенный, жить в нем. И вот церковь, дьявол, цель дьявола – разложить ее изнутри. Как? Он знает, что в церкви проповедуют одеяния, хождение, разговорную речь. Это нельзя, вот так нужно, вот так должно. Он начинает это делать изнутри. Вводить тебя в беспечие, равнодушие, развлечения. Сегодня скучно стало ходить в церковь. Сегодня приходят люди и ищут какого-то развлечения. Я лучше пойду в ту церковь, вот где там только музыка. Вы знаете, меня поразила одна картина. Умер один человек, это мне рассказывали свидетельства. Очень такой христианин знаменитый, ну как, не то что знаменитый, знали о нем многие, как о добром человеке. И вот на эти похороны пришли часть церкви, и вот только начали, музыка заиграла в любом фьюнерал-хоме, играет музыка, вы знаете, да? И вот люди, которые ищут развлечения посредством музыки, каких-то еще других действий, я обратил внимание, эти люди на похоронах. Там же быстрой музыки нету, да, Funeral Home? Или есть? Нету. Там такая мелодия усыпающая, успокаивающая. И вот люди, которые любят развлечения, они даже там пытаются вот под музыку их куда-то заносит, куда-то несет, куда-то качает. Я к чему это говорю, братья и сестры? Дьявол может тебя одеть хорошо, а может кого-то раздеть. Но его задача – разрушить тебя изнутри. Поэтому наша борьба сегодня, мы должны побеждать, мы должны понять, если я, как за любовь, надо бороться, за семью надо бороться, не складывать руки, не опускать. Если ты видишь, что твоя жена или муж тебя не понимают, только разрушай молитвой, только молитва веры. Друзья, это работает, поверьте. Если бы это не работало в моей жизни – я всегда это молюсь, каждое утро молитвой за церковь. Может быть, кому-то она не будет нравиться, но я верю, что однажды это будет победа. Да будут разрушены все замыслы дьявола в церкви. Если бы каждый член церкви так молился, вы представляете, какая бы сила была победы над врагом? Да будут разрушены замыслы лукавого против моего разума, моего сердца, против разума моих детей, которые пошли в школу. Да будут они благословены. Да принесут они добрый плод для жизни вечной. Вот что нужно, братья и сестры, нам. И да поможет нам в этом Господь. Я забыл одно очень важное место прочитать. Давайте мы вернемся к нему, потому что без него мы не поймем дальше слова. Хорошо, я буду заканчивать, не могу его найти, наверное, не записал для себя это в Бытие. Вы помните эти слова
Я приведу своими словами, где Исаак, сын Авраама, благословлял Иакова. И там есть такие слова: благословляющих тебя будут благословены, проклинающие тебя будут прокляты. Хочу обратить на это слова внимание. Братья и сестры, сила исповедания. Если грех – это проклятие, если болезнь – это проклятие, как мне его уничтожить? Сатана через это меня хочет проклясть. Как я его должен уничтожить? Кто тебя проклинает, это обетование Божье. Бог сказал: вражду положу между дьяволом и человечеством. Вот кто тебя проклинает, он уже проклят. Вот один человек, вот другой человек. Если грех тебя начинает, дьявол через этот грех тебя хочет ввести в проклятие, помни это исповедание, которое эти слова Библии, которые говорят: проклинающий тебя будет кто проклят? Тот, кто проклинает. Поэтому мы должны быть осторожны в словах. Когда мы говорим: я разрушаю того человека, мы не имеем это права. Мы разрушать имеем право грех, дела дьявола, но не человека. Это делает дьявол. Дьявол хочет разрушить дела, то есть человека как творение Божие. А Бог хочет, чтобы дела дьявола были разрушены. Поэтому люди враждуем мы с делами дьявола, с врагом. Некоторые думают, я уже как-то это говорил, что сатана воюет с Богом, и Бог воюет с сатаной. Такое впечатление, что два Бога. Я в такого Бога не верю. Бог у нас один. И дьявол не может быть Богом для тебя и для меня. Ты не с ним должен воевать, а с делами, которые он тебя тянет и влечет. Вот о чем здесь написано в Бытие: положу вражду между семенем твоим и семенем ее. И эти, как бы, обетования Бог нам дал. Проклинающие тебя будут прокляты. И это работает, братья и сестры, и просто нет времени привести в следующий раз. Мы приведем много примеров, как это работает. Когда я проклинаю кого-то из людей, скажите, куда? Вот Николай, вот Иван, например. Николай начинает проклинать человека, как Ивана. По этому обетованию силы Божьей, куда проклятие придет? Сюда или сюда вернется? Сюда. Теперь Николай благословляет Ивана. Благословляющие тебя будут благословенны. Этот благословляет его. Кто будет благословен? Вот этот. И даже оба. Вот в чем сила Божья. У дьявола украсть, убить и погубить. У Бога благословить. Поэтому мы должны благословлять. Благословлять разум детей, благословлять жизнь ихнюю, благословлять мужья жен своих, благословлять мужей своих жены. Да, может быть, муж где-то не прав. Все, я разведусь с тобой. Да вот ты мне надоел. Да вот ты мне надоела. Кто это делает? Это дела дьявола. Не имеешь права так говорить. Ты должен: лучше уйди в комнату, закройся и скажи: да будут разрушены дела дьявола. Да будет разрушен этот гнев, который в моем муже или жене. Да будет во имя Иисуса разрушено вот это действие. Я благословляю свою жену. Я благословляю своего мужа. Я благословляю ее разум. Попробуйте, как это сильно работает. И у вас не будет меньше скандалов. У вас придет мир, понимание, у вас придет устройство. Потому что вы Бога пустили вперед, вы его обетования стали употреблять, и вы увидите, как Бог начнет менять людей. Если враг твоей жизни есть, начни его благословлять, если ты так думаешь. Его разум, его семью, его детей, всех, но не дружи со грехом. Многие то же самое, вот написано, помните: вы искуплены от суетной жизни, переданы вам от отцов. Этой молитвой надо молиться каждый день. Иисус, во имя Твое я искуплен от всякой греховной наследственности моих отцов. Да не коснутся они меня сегодня и моих детей, хоть ты это когда-то отрекался. Но произноси эту молитву, чтобы эти дьявола сразу оградить себя обетованиями Божьими, потому что это проклятие. Некоторые, и это не надо, как мы говорили в прошлый раз, рыться в каких-то дедах. Это глупо, это нельзя делать. Вот что повелел Петр и Писание, произнеси это в молитве. Есть другая сторона этой медали, которые говорят: а у меня святой отец или святые отцы. Зачем мне отрекаться от отцов? Ну и что? Каждый святой отец или мои прадеды также боролись, и твои тоже.
И мы должны понять одну важную силу, которую Бог вложил в человека, что грехи суетные к нам переходят не по духу, а по плоти, по генетике, о чем мы слышали много в прошлый раз. И перейдя к нам генетически, мы отрекаемся, разрушаем чем? Своими устами. Жизнь и смерть во власти языка. И всякий будет вкушать от плодов ее, так говорит нам Священное Писание. Поэтому не надо рыться в дедах, не надо их оскорблять, мертвых трогать. Это глупо и неправильно. У тебя есть сила молитвы, сила исповедания Священного Писания, слов Бога, сила, как мы прочитали, помните, я вам просил запомнить, по-моему, это место в самом начале. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти, грех. А сила греха что? Все просто. Бери это слово, этот меч, и одолевай лукавого, который к тебе натисками двигается в разум. Молодые люди, если вы идете в школу, и у вас там масса соблазнов, молитесь, пожалуйста, этой молитвой. Да будут разрушены все греховные влечения. Да высохнут они во имя Иисуса. Да не прикоснутся и не принесут плода греховной моей жизни. Как сделал Христос, взял и проклял эту смоковницу и сказал, вовек у тебя не будет плода. Братья и сестры, да благословит нас Господь. Есть много еще важных примеров, я не заканчиваю. Мы продолжим в следующий раз. Как это делать дальше? Как это делали отцы, святые до нас, в Священном Писании? И как они одолевали? И как это работает, братья и сестры? Попробуйте. Я знаю, сегодня, последнее время, очень в великой ярости дьявол восстал на семьи, на церквя. Беспечие, равнодушие, мне то не надо, это не надо. Люди не хотят бороться за себя, за семью, за мужа, за детей. Ни за что. Опустили руки. Хочу, иду в собрание, хочу, не иду. Вот такое какое-то не поймешь состояние. Ничего делать не хочется. Братья и сестры, это состояние болезни. Отрезвитесь, написывает Писание. Молитесь всегда Духом. Возьмите эти слова обетования, попробуйте. Начните побеждать, как это делали люди. Ты будешь поражать его в голову. Давид взял камень и поразил Голиафа в голову. Он понял эти слова. Помните, филистимлянин идет и говорит, что там написано? И проклял его чем? Богами. Проклинающие тебя будут прокляты. Давид четко знал это обетование. Он вцепился за него. О, вот тут сила, аллилуйя. Только проклятие прозвучало в его адрес. Знай, будет победа. Не убегай от греха, а поражай его. Кто-то скажет, часто мы это место приводим, беги от греха, как от лица змея. Там совершенно в другой форме. Но Давид, Голиаф, это прообраз греха, искушений. Он не убегал от него, он наоборот взял камень. Камень – это обетование Божие. Где он взял, кто помнит? Из ручья, из Слова Божьего. Это символ Слова Божьего. Он взял этих пять камней. Пять камней на иврите называется тарот. Это значит пять, каждое слово, каждая буква в иврите. И каждая цифра имеет значение. И тарот имеет значение очень важное. Я хочу его зачитать, я на память не помню. Это полнота Божьих обетований. Это полнота Божьих обет. Он не взял 6, не 4, не 10, ровно 5. Он четко знал. Евреи об этом четко знают. Первая церковь об этом четко знала. Они проклинали, разрушали дела дьявола, болезни. И они были здоровы. К ним приходила вера. Имейте веру Божью. Скажите этой горе. Гора – это препятствие твоей жизни, чтобы тебе двигаться в Боге. И сегодня даже, когда ты уйдешь отсюда, лукавый найдет, какую гору тебе присунуть в твою семью, в твои глаза, чтобы ты вечером не пришел. Он обязательно поработает. Это его задача. Но почему ты должен смиряться с этим и сидеть дома, не прийти воздать славу Богу? Почему ты ее не можешь разрушить? Или завтра ты поедешь на работу, или пойдешь, или сестра, или брат, и у тебя снова эта гора. Разруши ее. Имейте веру Божью. Имейте силу обетования, значение с иврита этого места, имейте веру Божью. Разруши эту гору, да уйдет она, да будет благословен. И я буду благословен, исповедую это. И это работает, да поможет нам Бог. Аминь.
Тебе, мой Спаситель, я желаю всегда быть с тобой. Ты, Господь, мой любимый Учитель, упование мое и покой. Я жду тебя, люблю тебя, мне трудно на пути. Без Спасителя, Хранителя я не смогу идти. Мне трудно на пути, мне трудно на пути, без пастыря, хранителя я не смогу идти. Очищение душа моя жаждет, плоть желает противного ей. Все борьба и борьба, о, когда же я достигну небесных дверей. Я жду тебя, люблю тебя, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя я не смогу идти. Мне трудно на пути, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя я не смогу идти. В этой жизни уныло, от борьбы утомится душа. Подойди же ко мне, мой Спаситель, ведь с тобою так жизнь хороша. Я жду тебя, люблю тебя, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя я не смогу идти. Мне трудно на пути, мне трудно на пути, без пастыря, хранителя я не смогу идти. Поселись ты во мне, мой Спаситель, и даруй чувствования твои, чтобы верным я был твой служитель. О, приди же ко мне и живи. Я жду тебя, люблю тебя, мне трудно на пути, без пастыря, хранителя я не смогу идти. Мне трудно на пути, мне трудно на пути, без пастыря, хранителя я не смогу идти. Мне трудно на пути, мне трудно на пути, без пастыря, хранителя я не смогу идти. Мы закончим наше утреннее служение словами благодати. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Братья и сестры, наша